морском полигоне под Ялтой завершились учения военных водолазов. За 6 дней тренировку прошли 17 пар подводников. Среди них сотрудники исследовательского института Министерства обороны. Они совершали спуски на глубину до 120 метров. Отрабатывались погружения и спасательные работы в сложных условиях плохой видимости и жидкого ила. Для видеонаблюдения и корректировки действий водолазов использовался глубоководный робот «Тайгер».